Делаем футболку прямо как с Пинтереста, используя одну белизну. Это нереально дешевый способ, который получится буквально у каждого. Все, что тебе понадобится, это буквально белизна, футболка и все. Можешь скрутить ее в спираль, как это сделала я, ну или скрутить ее рандомно, это не важно. Главное, залей все это дело белизну, оставь на 2 часика и потом, перед тем как мыть, обязательно нейтрализуй белизну. Как это делаю я, уже не писала в своей тележке. Иначе даже после мытья она продолжит разъедать футболку. В принципе, на этом все. Посмотри, какая охрененная футболка у нас получилась. Пиши в комментариях, что ты думаешь, было ли это полезно. Ну и не забывай про лайки, подписочки, все дела. Спасибо.